Медсестра пожаловалась в прокуратуру на самоуправство главного врача Ямальской больницы. Прокуратура Приуральского района начата проверка после заявления сотрудницы больницы в Оксарке. Все началось с того, что медсестру больницы, которая написала просьбу провести проверку, привлекли к дисциплинарной ответственности. Решение вынес главврач за то, что медсестра при внесении ей в электронную базу сведений о пациентах допустила ошибки, но при этом не учли тяжесть проступка и все обстоятельства. А еще в документе о наказании не указали, за что именно наказывают медсестру и какие последствия могли бы наступить. Добровольно отменить решение о дисциплинарной ответственности главврач отказался. Тогда это требование было направлено в суд, где иск медсестры удовлетворили.